Так, под песню Муслима Магомаева российский бизнесмен Араса Галаров и заместитель председателя правительства Московской области Герман Еленюшкин открыли пешеходный мост. Соединивший жилой микрорайон Красногорско-Павшинская пойма и деловой торгово-выставочный район Крокус-Сити. Теперь жизнь 45 тысяч людей стала значительно проще. 15 минут, и я буду дома от метро. Поэтому мы долго этого ждали. Не будем зависеть от автобуса. И поэтому очень замечательно. И просто погулять здесь. Столько магазинов, кинотеатры есть. Ну, все в шаговой доступности. Так что мы очень рады. Предприниматель планирует и дальше развивать территорию. На этой территории, на которой мы сейчас находимся, у нас будет бизнес-центр. Это предположительно 12-13 башен высотой 42-44 этажа. И общая площадь 1 миллион квадратных метров. По моей оценке, там будут трудиться порядка 100 тысяч человек в этом бизнес-центре. И поэтому для Павшинской поймы это рабочие места, а для нас это как бы удобство для наших будущих сотрудников. Длина моста составляет 430 метров. Его пропускная способность достигает 10 тысяч человек в час. Общая стоимость сооружения – 1 миллиард 69 миллионов рублей.